И вот этот это и ты играешь так. И как школьница. Начинаешь сразу внешне что-то изображать. Ничего не надо делать. Вот хорошо. Это проигрыш. Точка до аккорда тоже идеальная. Да, папа.
топа, вот через двушку тара-тарин-тарам-папа. Важно этот штрих, тарар, а вот эта нота есть в этой гармонии. Дальше, вот эта нота есть в этой гармонии. Поэтому нога вот тут, на этой, как об этом сейчас? Вот это оттуда же, это же кусочки из дерна. То есть педаль уже здесь, на третьей? Да, конечно. Она просто смещается. И тогда по-другому звучит. Вот сыграли еще раз. Здесь нет еще ее. Вот это по
длинная линия, с изножными. Thank you.
движение, да, это поэт говорит, у него всегда есть эпиграф, у него всегда есть последний, вот последнее, что он хочет сказать, по скрипту такой, да. Здесь надо уже, во-первых, устать, и дальше вот из тишины откуда-то как снег начнет сыпаться, понимаешь, вот такой, вот если там вариацию начинает, то здесь как бы на месте два. Это сицилиана такая, на три. Старинная. Да. Thank you.
потом по-другому. Thank you.
Ра-па-па-пам. 4-16, извините, пожалуйста. Thank you.
сказала, что тень. Thank you.
дали вот это пердозы, вот эти вот все... Tá,
какой части руки. Замечательный наш фильм, когда все какими-то средствами без компьютера сделано, да,
потрясающий актер. И вот там фрагмент этой темы, содранный каким-то нашим компрессором, 100%. Вот там помнишь? Вот это тот момент, понимаешь? Вот это сказочно. Ты играешь реально. Но я тебе говорю, ты играешь как про Снежную королеву, а мне надо про Восток. Жарко, выйди вот туда за дверь, не поймешь, про что нам надо. Я одна сумасшедшая, потому что я одна, я остановиться не могу. А все идут, мне все мешают. Потом я беру себя в руки. К концу недели я уже как-то с толпой, палака, и я уже с толпой смешиваюсь. И потом иногда я думаю, куда они все несутся? Я вообще никуда уже не спешу, это уже конец отпуска. Понимаешь, это важно, это ментальность, это люди, которые живут в теплом климате, они по-другому устроены. И мы приезжающие совершенно, а когда приезжаешь на север, там еще и говорят быстро. Я не всегда иногда помогаю, понимаю, мне иногда очень рядом живут, а у них говор другой, понимаешь? Замерзнешь, остановишься, сходишь, понимаешь? Здесь нет юги, здесь есть такая растекающаяся, абсолютно вот, это бы играла как-нибудь Валторна красивая, понимаешь, вот какой-то виолончели играли бы эту тему у Бородина, понимаешь? Ну ни в коем случае ни медяшки, ни гобои, ни кларнеты даже, понимаешь? Или может быть бас-кларнет. Это невероятно, скрипки, виолончели, вот здесь все, что тянется, все, что тягучее, масса, вот эта сладость такая в звуке важна. Вот этот бас, смотри, пришла сюда, там,
Thank you.